Сразу после Юрий Трутнев с первыми лицами республики посетил торговый морской порт Махачкалы. Вице-премьеру показали суда и ознакомили с производственными мощностями. До 2010 года у порта был долг в размере 3,5 миллиардов рублей. Но за последние годы его удалось полностью погасить. Более того, увеличился и грузооборот почти в 4 раза. Только за прошлый год прибыль составила 231 миллион рублей.